С вами компания «Электромотор». Сегодня будем говорить про прикольный токарный станочек, такой игрушечная модель. Моделька в пределах 4500 гривен. Специально взял такую красочную упаковку, чтобы показать, как он упакован. Заодно и сразу на упаковочке мы увидим основные характеристики. Значит, высота бабки до центра у нас 125 мм. Максимальная длина заготовки у нас, смотрим здесь, 600 мм. Диаметр максимально обрабатываемый у нас 250 мм. Мощность входящая 550 Вт, ну, полкиловаттный моторчик. Частота вращения 3000 оборотов в минуту. Однофазный движочек 220 Вольт. Вот, все это здесь на коробке указано, я уже с вашего разрешения подсмотрел по этой модельке основные характеристики. Ну давайте поближе посмотрим по самому станку, что как сделано и какие есть особенности. Главных два преимущества этого станка. Первое, то что он весит, токарный станок, в пределах 5-6 кг, ну просто невесомый. Конечно, нельзя рассчитывать на мега устойчивость. Но тем не менее, есть, вот видите, вот тут, я вам покажу поближе, посмотрите. Есть специальных, по-моему, 8 таких отверстий для крепления его на станину. Второе, мега крутая штука, это то, что здесь все бесключевое. То есть для того, чтобы перевести бабку, не нужно никаких. Пластиковая такая заглушечка, пластиком затянули, тут пластик. Аналогично здесь то же самое, двигается без всяких, вот, отжимается. Тут, если надо провернуть, тоже. Под любым углом выставили и зафиксировали. Понимаете, да? То есть человек, который наверняка не столяр, который в теории понимает, как работает токарный станок, хочет себе что-то выпилить, какую-то деревяшку, хочет себя попробовать в столярном деле. Купил такую вещь за 4000 гривен, 4,5. Но если знает промокод, то купит за 4. Так, ну и сама частота вращения. То есть здесь это, я так понимаю, под инструмент для того, чтобы выставлять стамесочку себе. Кстати, давайте посмотрим по качеству бабки. Ну, четко можно выставить здесь упор. Ну, я думаю, ну, нормально сделано. То есть вот это вот чистый металл сделано неплохо. Так, давайте попробуем включить и посмотрим, как работает вариатор. Так. Угу. Все. А, кстати, заметили, было включенное, а не работало. То есть наверняка, если вы вот так просто оставили включенным, включили и вытащили с розетки, то он заново не включится. Так. Включили, пробуем вариатор. Значит, минимально смотрим 800 оборотов, максимально. Максимально до 3000 оборотов. Ну, я скажу, что это придумал не Шепах, я не раз говорил, это придумал Bosch. И у Bosch такая модель. За 12 тысяч гривен, если я не ошибаюсь, стоит. Здесь 4 тысячи гривен. Элементарные токарные работы по дереву вы можете сделать. Я думаю, табуретку, стол. Что там еще такое фигурное заточить. Купили набор стамесок получше. И вперед, и в бой. Сугубо DIY сегмент, недорогой. Важно, вводите промокод станок 2020 и к рекомендованной розничной цене, которая на сайте, вы еще получите дополнительную хорошую скидку. Это новинка, на рынке от Шепаха такого не было, завезли в апреле 2021 года. Если будете в нашей компании покупать, обязательно снимайте видео в работе. Этого, к сожалению, не хватает, я имею в виду видео в работе. Всех приглашаем в нашу компанию, смотрите наши обзоры, подписывайтесь на наш канал. А, давайте даже какую-то сделаем
какой-то стимул для наших подписчиков, кто подписан, кто ставит колокольчик. Давайте в течение часа такую модель вы сможете забрать за 3,5 тысячи гривен. То есть, увидели, вам понравилось, 3,5 тысячи в течение часа с момента выхода обзора забирайте. Для того, чтобы купить, переходите по ссылке на сайт, нажимаете кнопку «Купить» и в комментариях смотрите, смотрел обзор, готов в течение часа купить. Ну, либо просто оставляйте комментарии под видео, готов купить. И по времени, если вы попали в указанное время, то берите по спеццене. Так, применяйте промокод. Всех приглашаю в нашу компанию «Электромотор». Всем рады. 5-3-0-3-8.